Так, вот пластина отрезана на подошву с запасом, да? Сейчас я ее буду превращать в параллельно перпендикулярную по всем сторонам. Это займет очень много времени. Ну, наверное, еще сразу параллельно я вот эти две пластины сделаю. Одну сторону сделаю я им строго горизонтальную, строго ровную, чтобы от нее уже плясать потом по размерам. А, кстати, круги надо убрать. Очень удобно хранить круги в баночке из-под дисков. Отрезные, шлифовальные.